Здравствуйте, это все к консулу пришли? Да, да. Самое главное, назовитесь, пожалуйста, представьте. А зачем вам это? Ну, мы хотим видеть, кто хочет дружить с консулом, мы тоже хотим с ним пообщаться. Все дружно заходим, не стоим на проходе. Андрюха, ну мы здесь, просто это, вопросы думал, может, что вы будете про президента не говорить. Здравствуйте, тоже на прием к консулу? Конечно, да. Ну, а как оно? Не знаю, почему именно на квартиру, а не в генконсульство? Куда при... Без понятия. А вас даже здесь не смотрят, да? Хорошо показать, что все по-честному, закрытых вопросов не решается. Вы пошли сейчас за указаниями, да, господин Киселев? А там написано, по сколько килограмм печенья дают каждому? Нет, да? А вкусное печенье вообще на маргарине, оно на соевом масле. Не, у нас в своей машине печеньки есть, если надо, мы вам вынесем. Представьтесь тогда, вы как кому? Меня зовут Румянцев Максим Исимович, Сергей, без отчества, без фамилии, сотрудник. Кого вы сказали? Консульство? Очень хорошо, Сергей. Да. Да, очень хорошо. Я рад вас видеть. Нет, кинокомпания, телекомпания, агентство новостей. Да вы просто любители Российской Федерации. Просто